Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задачу номер 1252. Задача аналогичная задачам номер 1250 и 1251. Сообща покупают вещь. Если каждый человек внесет по 8 денежных единиц. Итак, первый вариант. С каждого 8 денежных единиц. То избыток равен 3. Пусть количество человек, которые покупают эту вещь, x. С каждого по 8 денежных единиц. То есть собрали 8x денежных единиц. Купили вещь, но осталось 3 денежные единицы. То есть вещь стоит на 3 денежных единицы меньше. А если с каждого соберут по 7 денежных единиц, количество человек такое же. То есть соберут 7х денежных единиц, то не хватит 4 денежные единицы. То есть вещь стоит на 4 денежные единицы больше. Вещь одна и та же. Соответственно, 8х минус 3 будет равняться 7х плюс 4. Решим уравнение. 8х минус 7х равняется 4 плюс 3. 8х минус 7х будет 1х или просто х. Равняется 7. За х мы принимали количество человек. То есть 7 человек было. Надо еще узнать стоимость вещи. Стоимость вещи можно узнать 8 умножить на 7 и минус 3. 56 – это 8 умножить на 7, минус 3 будет 53. 53 денежных единицы стоит вещь. Мы решили задачу и ответили на все вопросы. Запишем ответ. 7 человек и 53 денежных единицы стоит вещь. Мы разобрали задачу номер 1252. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.